Приветствую вас, дорогие мои весы. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Давайте посмотрим, что тут нам наворкуют карты Таро. Таро светлого провидца на сентябрь месяц. Что ожидать? Что может быть? Какие конфетки, занозы и какие главные события? Итак, начнем, как всегда, с фона месяца. То есть, как вы будете ощущать этот месяц, эти события? Как их будете воспринимать? По жезлов. Ну, я думаю, по картинке вы уже поняли, что тут речь идет о восторге, о радости, энергетическом выплеске, желании что-то сотворить, что-то сделать, куда-то рвануть. Прошу прощения за голос. Вот. Ну, возможно, в омут с головой в любовную тематику, может быть, в рабочую, профессиональную. Но главное будет порыв, сильный порыв что-то изменить. Возможно, это связано с какой-то информацией, с каким-то толчком, с каким-то моментом, возможностью, шансом. Так что, друзья мои, ловите этот момент. Итак, дальше. Какая конфетка вас ожидает? Ну, десятка пентаклей, лапочки мои. Денежки, еще раз денежки. Какая-то финансовая конфетка. Ну, либо это с вашей стороны будет финансовая конфетка в виде бонусов, премий, повышения зарплаты, удачной сделки. Либо, друзья мои, это кто-то из вашей семьи получит подобный бонус в общую семейную копилочку. Вот. Ну и думаю, что какая-то радость, семейная радость, друзья мои, материальная радость. А может быть, для кого-то это пополнение семьи, вполне возможно. А вот. Такая интересная конфеточка. Так, а что у нас за занозы? Что-то заикалась я. Еще одна пентакли, дама пентакли. Ну, я думаю, вряд ли у вас появится ощущение, что это заноза. У меня, например, такого ощущения нет. Наоборот, какая-то помощь, поддержка, содействие, удачная сделка, получение денег, рассчитаться по долгам. Ну, может, кто-то там занимался ипотекой, то в данном случае получит ипотеку или, наоборот, рассчитается полностью с ипотекой. И не исключено, что при содействии какой-то персоны, при ее помощи. Ну и кроме того, если это вы, дама пентаклей, ну что ж, можно сказать, что этот месяц пройдет у вас очень продуктивно, расчетливо. Ну и, конечно же, с высокой долей выгоды. В принципе, поэтому, наверное, такие ощущения, что что-то приобретете, что-то купите, куда-то инвестируете, какие-то появятся дополнительные хорошие доходы, хороший выхлоп материальный. Да, больше связано вот именно с материальной темой. Ладно, идем дальше. События по главным сферам. Об этом нам скажут карты Таро Аркану. Начнем с деловой. Работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские. Для кого что важнее, так вы и интерпретируете полученную информацию. Карта шут. Карта обновления. Возможно, избавление от чего-то. Но больше речь, конечно, идет о переменах по обновлению. Когда хочется что-то отставить в стороне, либо заняться новым каким-то делом, новым предметом, вот, а старое совсем, как говорится, либо выкинуть, либо забыть об этом, то есть это уже все ушло. А для кого-то это, друзья мои, перемены, связанные с переездами разного рода, с перемещениями по карьерной лестнице, с изменениями в бизнесе, ну, в любом случае,
В любом случае, здесь речь, конечно, идет о том, что сильное желание изменить что-то в этой жизни. Причем даже несмотря на риск, несмотря что это будет выглядеть где-то авантюрно, в этом и риск, кстати говоря, в этом и опасение, как-то как бы предупреждает все-таки авантюризм, легкомысленность, она иногда может быть, но иногда это приносит не совсем не те результаты, на которые вы рассчитывали. Вот. Что можно еще? Ну, у кого-то появятся дела, связанные с детьми, с рождением детей, или с обновлением статуса. Да, допустим, женщина выходит замуж, да, и у нее могут поменяться прийти изменения в деловой сфере. Она может либо бросить работу, либо поменять ее, либо, как говорится, еще что-то придумать. Вот, пожалуйста, то же самое перемещение могут в плане места жительства. Вот, пожалуйста, и только изменение статуса. Поэтому, да, это тоже обновление, это тоже избавление, допустим, из статуса незамужней и переход в статус замужней. Что еще можно тут добавить? Ну, для кого-то, друзья мои, это действительно переезд. Для кого-то это изменения внутри дома, то есть смена дизайна, смена мебели, смена еще чего-то. Вот. Смена, кстати говоря, даже имиджа своего, а почему бы и нет, кардинальная причем смена. Не только там прическу, но и макияж, и стиль одежды, и все-все-все. И отношение к чему-то. Да, может поменяться отношение к той же работе, например, да. Если вы раньше были так, несерьезно относились, ну, есть и работа, и ладно, вот, то сентябрь месяц, возможно, вас на что-то наведет, что вы совсем по-другому посмотрите на свою работу. Вообще, даже не на работу, а на свою профессиональную деятельность или на свой бизнес. И отсюда у вас появятся некие идеи поменять все. Вот он, фон месяца, друзья мои, вот он. Все идет к этому. Ну что ж, давайте теперь посмотрим финансовую сторону вопроса. Десятка мечей. Ну что ж, логично, если здесь идут изменения, перемены, то и финансы, естественно, это затрагивает. То же самое, допустим, увольнение, да, оно приносит, либо на сентябрь вы не будете работать, у вас уходит этот источник, либо источник дохода меняется в другую сторону, а старый уже теряет свою актуальность. Да, десятка мечей говорит изменении не только источников дохода, но и расходов. Расходы могут быть такие, на которые вы не рассчитывали. Кстати, здесь есть риск, ну, в принципе, неудивительно, ну, скажем так, так потратить деньги, что можете оказаться на полном нуле, вот с пустым кошельком, а то и в минус уйдете. Ну, это в случае, конечно, если вы в долги влезете. Вот. Ну, быть осторожным, это однозначно, быть осторожным, обдуманным, а тут не быть легкомысленным, и риск, который вы себе можете позволить, должен быть с умом. Вот так это я бы выразилась. Вот. Риск должен быть с умом. Несмотря на некую напряженность этой карты, все-таки карта больше говорит о том, что да, что-то ушло и окончательно. Абсолютно окончательно и бесповоротно, и уже не вернешь назад. Имеется в виду какие-то деньги, да? Но здесь у нас виден рассвет. Это значит, появляется возможность, шансы новых источников доходов или каких-то других расходов. Вот. Может кардинально поменяться смета расходов.
совершенно на другое будете тратить деньги. Пересмотрите свой бюджет кардинально. Вот об чем говорит и карта, что можете пересмотреть свой семейный бюджет или свой личный бюджет, либо бюджет бизнеса своего. В общем, кардинально. По разным причинам. Либо пришло время, или сложились так обстоятельства, и либо появились новые идеи, новые мысли, новые желания. Вот и все. Но это не есть плохо. Это не есть плохо. Давайте еще одну карту. Вот видите, я же говорю, что солнышко. Вот рассвет, а вот вам солнышко. Не зря у нас в конфетке десятка пентаклей. И тут еще пентакли. Так что, дорогие мои весы, не волнуйтесь, не переживайте. Не нагнетайте себе обстановку и берегите свои нервы. Так, что касается отношений. Любовные, семейные и отношения родственные. Ну, рыцарь мечей, конечно, еще тот товарищ. Во-первых, отношения могут измениться неожиданно. Либо кто-то ворвется в ваши отношения, какой-то персонаж, либо какая-то информация, либо какая-то поездка, какие-то изменения, они могут быть вполне, и это может повлиять на ваши отношения. Так что смотрите, будьте внимательны, берегите друг друга, особенно если вы не хотите эти отношения разрушить, то не поддавайтесь на провокации, вот, и будьте спокойными, хладнокровными, без импульсов. Хотя, конечно, рыцарь мечей, он говорит как раз о неожиданном импульсе, ну, бывает, накатывает же, что можешь из пустого какого-то, вернее, из пустяка, такой пожар раздуть в отношения с кем-то, что мама не горюй. Поэтому, ну, будьте осторожны. Ладно. Совет оракула затмения. Черная кошка. Вот она, друзья мои, черная кошка. Это как раз, скорее всего, касается отношений. Да. Оракул говорит, осторожно. Воспринимайте информацию, особенно если это какие-то сплетни, интриги, еще какие-то поползновения в вашу сторону. Вот. То есть черная кошечка, уж прошу прощения у кошечек, но она может быть в вашей жизни, залезет в вашу жизнь. Ну, что еще можно сказать? Что еще можно сказать? Да, пожалуй, наверное, знаете все. Надо быть осторожным, что это может быть. Но это больше, мне кажется, касается именно отношений. Может, кто-то точит на вас зубок, что-то хочет вас подвинуть, занять ваше место под солнцем и так далее и тому подобное. На этом, друзья мои, я закругляюсь. Всех вам благ, здоровья, удачи и до новых встреч!